исполняю песню, все идет по плану. Границы, ключ переломлен пополам, она падет коленем, совсем усохом разложил кораблен, тени налипом идет, а перестройка все идет, и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Заходила на покой, я обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке на моей стервы молодцы зрита, как это трогательно для символы зрита, далеко и фонтан, а бедра не ободается, и все идет по плану, все идет по плану. Накормили толпу мировым кулаком, растоптали грудь, все народы свободы растерзали плоть, так закопайтесь ее в кресте, ведь все идет по плану, все идет по плану. Африка, мудизме, все будет зайти, все наступит скоро, надо только подождать, там все будет бесплатно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану, все идет по плану. Кстати, корейцы водородную бомбу испытали в 300 километрах от города Владивостока, блин. Вообще охренели. Так что про Корею. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану.